Ну и компания Matata Lab не стоит на месте. В самое ближайшее время появится масса различных новых возможностей и, соответственно, преимуществ. Появляются различные новые фишки, появляется дополнительная такой контроллер для управления. Кстати, здесь у нас целых три есть режима. Первый из них — это дистанционное управление Мататой. Второе — это управление Мататой без блока с помощью специальных вот таких вот кнопок. И третий режим — уже использование сенсора. В специальной насадке есть сенсор света, звука и даже гироскоп, который позволяет значительно расширить возможности Мататы. Теперь давайте посмотрим, как можно управлять Мататой в самом нашем первом режиме, режиме дистанционного управления. Я могу просто нажимать на кнопку ворота, передвижение. Кстати, в игре, допустим, футбол, да, это классно будет совершенно работать. Можно будет прям в режиме реального времени соревноваться и забивать голы. Так, ну и второй режим управления Мататой без блоков. Удобство в том, что данная насадка, да, она крепится на специальных магнитах. Ну теперь давайте посмотрим, как можно управлять ее. Мы сдаем определенные действия, допустим, движение вперед, направо, еще раз движение вперед, налево и еще раз движение прямо. Каждое действие у нас сопровождается лампочкой. И теперь мы ставим нашу Матату и нажимаем на кнопку. Таким образом можно изучать, опять же, основы алгоритмов, и теперь уже дети у себя в уме должны помнить, какие действия они задали Матате, и смотреть, какие же действия она будет выполнять. Мы переходим с вами к третьему режиму, наиболее интересному. В данном режиме уже используются различные сенсоры, которые есть на специальном контроллере. Сенсор цвета, света, звука и даже гироскоп, который значительно расширяет возможности нашей Мататы. Давайте посмотрим для начала. У нас здесь есть, допустим, сенсор препятствия, о том, что можно сделать с помощью него. Мы создали специальный код, движение вперед, далее кнопка условия, специальная кнопка, обозначающая препятствие, то есть мы сейчас попробуем какое-то препятствие, и далее следующее действие. Давайте посмотрим, что можно. Нажимаем на play. Матата включает свой сенсор, мы ставим ей препятствие. Она понимает, что препятствие появилось, и теперь после этого поворачивает и едет дальше. Это использование вот такого стандартного сенсора препятствия. Есть также, допустим, датчик света, цвета и так далее. Да? Ну и в дополнение также вы могли видеть, что Матата в стандартном своем варианте могла ехать по прямой или поворачивать на определенные углы. Теперь появились специальные фишки вот такие вот красного цвета для того, чтобы Матата могла делать различные дуги, рисовать круги, например, и массу других различных фигур, где уже используются кривые линии. То есть Матата может, например, рисовать овалы и фигуры. Ну и завершаем осмотр, так скажем, всех наших новых фишек различными блоками, которые нам помогают включать, допустим, лампочки, которые у нас находятся вот здесь наверху, и управлять фарами у самой Мататы, левой или правой. Конечно же, преимущество базового набора в том, что здесь не используются у нас никакие дополнительные устройства, планшеты, телефоны и прочее. Для маленьких детей это довольно важно. То есть не длительное время находиться, да, в зоне каких-то гаджетов, различных гаджетов. Но для тех, кто хочет все-таки позволить ребенку развиваться на более сложном языке программирования, допустим, программирование Scratch, есть специальное приложение, оно называется Matata Code. Если вы его скачаете, установите на платформу iOS, то есть это Apple, да, компания, то здесь вы можете увидеть блоки, которые вам уже знакомы наверняка. Это визуальная среда программирования Scratch, наиболее простая. И, соединяя по Bluetooth с телефоном к Матате, можно создавать ей уже более полноценный, сложный код программирования.
То есть в самом начале мы обучили нашего ребенка азам программирования с помощью специальных фишек, с помощью блоков, и далее можно уже продолжать изучать основы алгоритмики в визуальной среде. Так, дорогие коллеги, спасибо за ваше внимание. Мы надеемся, что курс, который был посвящен роботу Matata Lab, был вам интересен и полезен, актуален. Делитесь с нами вашими комментариями, предложениями по улучшению данного робота. Наверняка с вашей позиции у вас найдется много различных новых идей. Наиболее быстрый способ это сделать – это группа в Фейсбуке Matata Lab Россия. Ну и также можем посоветовать подписаться на наш канал учебного центра Digit, где мы регулярно выкладываем различные обновленные наши дистанционные курсы. Уверен, что вам много будет всего там полезного, интересного. Желаем вам удачи, новых идей, творческого поиска и путешествуйте вместе с Мататой.